Другим темам. В Алтайском крае уже двое суток продолжается подъем уровня воды во всех реках. Вчера прибавила Катунь в районе Сросток плюс 29 сантиметров. Сегодня Бия в районе Бийска плюс 35 сантиметров. Уровень воды повышается и в бассейне Аби в Барнауле плюс 21 сантиметр за два дня. Камень на Аби плюс 20, Усть-Пристань плюс 18.